Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и в этом видео мы с вами поговорим на очень важную тему. Мне поступают очень много вопросов по поводу того, как носить корсет-шино с джинсами. Вы не поверите, я не поленилась. Я сейчас надела джинсы, я взяла корсет, я его сейчас надену, несмотря на то, что я уже 3 года его не ношу. Вот, и вот то, что он не очень маленький, но суть это не меняет. Вот, надену сейчас, и мы посмотрим. У меня, в свою очередь, к вам тоже есть встречный вопрос. Я всегда надевала корсет именно так, то есть сначала я надевала кофту, там футболку, джинсы, вот, а потом сверху уже поверх всего этого корсет, вот, и понятное дело, что его сзади видно, вот так это вот все смотрится, но я все время это скрывала какими-то длинными кофтами, вот, кстати, посмотрите, насколько корсет мне уже мал, вот этот ярлычок, он должен быть где-то вот тут вот, насколько я уже выросла за эти 3 года, так что вот. А сейчас я попробую надеть корсет, как вот вы и предлагаете, заправив его в джинсы. То есть, получается, джинсы надеть поверх корсета. Посмотрим, что выйдет из этого. Это будет смотреться вот так вот ужасно. Я думаю, что это ужасно и что так делать не стоит. Смотрите, если вы начнете нагибаться, то посмотрите, что будет. У вас вот это вот, значит, низ корсета, он будет просто здесь выпирать. То есть я понимаю ваше желание скрыть корсет, я это прекрасно понимаю, но поймите меня, что лучше, скорее всего, покупать какие-то просто кофты, которые длинные будут. Ну вот, к примеру, вот, например, я всегда делала вот так. И я не понимаю, как можно корсет надевать, то есть его туда, то есть джинсы поверх корсета делать, корсет заправлять туда тоже в джинсы. Я не понимаю искренне, честно. И не понимаю, почему так много вопросов, ребят. Почему? Почему не просто кофту вот сверху вот так не надеть и не закрыть корсет? У меня даже после этих примерок немножечко растянулась на джинсах резинка. Друзья, ну я надеюсь, что мы разобрали этот вопрос раз и навсегда. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы носите корсет-шино с джинсами и с какими вы джинсами носите. Вот, мы все почитаем, вот, обязательно всем отвечу. Так что всех люблю, всех целую, спасибо большое, что посмотрели это видео. До скорых встреч!